Город преобразился, стало больше зеленых мест, дома реставрируют, особенно какие-нибудь там, не знаю, музеи, может быть, новые строят. Не хватает мест, где можно посидеть, самое главное. Вот прям лавочек? Да. Ходим и негде сесть. Побольше хороших мест хочется, чтобы можно для было... Культуры, для культуры, конечно, да, хочется погулять, пойти где-то. Не обязательно, чтобы, ну, вот пивнушки, мивнушки эти были, охота, чтобы какое-то все-таки мероприятие какие-то более молодежные, для молодежи, чтобы заинтересовывали, хотелось бы. Какой-нибудь интересный развлекательный центр. А те, которые есть, недостаточно? Недостаточно. А чего не хватает? Масштабности, популярности. Угу. Медийности. Чтоб в городе у нас подешевле квартиры были. Что можно создать и сделать общими усилиями? Чего не хватает городу? Ну, по-моему, у нас самый красивый город. Молодцы стали развивать парки, делать парки. Я думаю, что в том же духе надо продолжать для таких маленьких ребятишек, чтобы где нам было гулять, дышать свежим воздухом. Я в 80-м году заканчивал сельхозинститут. Был он гораздо древнее. Сейчас светлый, чистый стал, гораздо чище. А куда развиваться? Наверное, таким оставаться.